В Карагандинской области для поддержки малого и среднего бизнеса начали строительство 3 малых промышленных зон. 2 создают в Караганде, 1 в Саране. Регион активно наращивает объемы обрабатывающей промышленности. С начала года выпущена продукция почти на 2 триллиона тенге. Об обеспечении роста в обрабатывающей промышленности доложили на аппаратном совещании. На сегодняшний день в секторе обрабатывающей промышленности Карагандинской области действуют 905 предприятий, обеспечивающих работой 67 тысяч человек. За счет новых инвестпроектов появится еще около 10 тысяч вакансий. В текущем году планируется реализация 10 инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности. Номенклатура продукции будет расширена за счет реализации проекта по производству ферросилика алюминия, спецкокса, стальных труб, оцинкованных металлоизделий и гофрированной картонной продукции. Благодаря программе господдержки 88 проектов уже получили субсидии и гарантии на 8,7 миллиард тенге. Промышленные гиганты «Кармет» и «Казахмыс» заключили контракты с местными производителями, закупив продукции на 97 миллиардов тенге. Глава региона Ермагомед Буликпаев подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки обрабатывающей отрасли. В области проводится большая работа по развитию промышленного потенциала. Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций. Поручаю держать этот вопрос на контроле. Экспорт товаров из Карагандинской области за первое полугодие составил 1 миллиард долларов США. Номенклатура включает медь, ферросплавы, продукцию машиностроения и химической промышленности. Айя Мамрина, Роман Копылов, телеканал СРРК.